Ну что, друзья мои, в GTA San Andreas жара, в GTA 6 жара. Вот видите, я опять сижу голый. Погнали. Значит, что-то я, как всегда, забыл, что я прошел, что я не прошел. Но это не важно. Я помню только одно. Свою любовь к San Andreas. Ребят, я даже не предполагал в 2010 году, что я вот так вот вернусь к этой игре. А давайте вот пойдем. Ребят, простите меня, что он медленно идет. Простите, но, в общем-то, в общем-то, я его дней 10 откармливал. И вот вам результат. Так, кстати, вот там сейчас можно будет взять машинку. Я просто хочу сейчас с вами. Видите, птицы летают над Невадой. Видите, как красиво. Я вам хочу показать вид на военную базу. Ну, может быть, кто-то, кто смотрит первый раз, он просто полюбуется. Тот, кто, в смысле, кто не играл никогда в эту игру, кто играл, тот захочет в нее снова поиграть. Вот, видите, сначала звуки трассы, потом трасса. Так, вот мотоцикл был бы мне очень нужен. И вот что-то в этом, конечно, есть, что... А дай попробуем его догнать. Интересно, вот успеем? Вот мне интересно, успеем или нет? Наверное, нет, я думаю, ребят. Наверное, нет. Вот музыка классная, да? Ну, блин, все, ладно. В принципе, я думаю, могли успеть его догнать, ладно. Неважно. Сейчас давайте... Собственно, нам сейчас машина и не нужна. Ну, давайте в машине. В машине заедем вот на этот... А, как я не знаю, как вот это называется в пустыне? На эту возвышенность. И вот мы смотрим. Вот это у нас военная база, друзья мои. И там можно угнать танк. Вообще много чего можно. Ну чё? Давайте в следующем видео перейдем к делу.